80-градусная жара в парилке – одно из испытаний профессиональных банщиков, но при этом нужно еще отпарить разными вениками – березовым, липовым, пихтовым. На выступление каждого участника всего их 8 отводилось 20 минут. Каждый взмах веником под прицелом опытных членов жюри. Внимание обращается на овладение веников. Техническая часть оценивается значительно выше. Коэффициент внешнего вида, украшения, он все-таки он играет место, играет роль, конечно. Конечно, важную, но не самую важную. Все-таки именно владение веником, поведение, умение именно чувствовать пар. Пармастера – люди с фантазией. Они точечно изучают свою модель. Так называют сами банщики людей, которых они парят. Узнают, кем работает человек, чем занимается, что его беспокоит. И уже после этого строят программу парения. Она может быть классической, расслабляющей, либо с уклоном на лимфодренаж. У нее имеется... Ну, как, в принципе, и на любой работе, нагрузка идет в основном на нижние конечности, поэтому сегодня я буду в своей программе прогревать ей ножки с акцентами на коленные суставы и бедра, также общий прогрев проведу. По итогу 7 часов банных баталий лучшим пармастером признан барнаулец Александр Лебедев, банщик с многолетним опытом. Он признался, что очень рад появлению нового чемпионата, который послужит стимулом для развития банного дела и спорта в нашем регионе. Дмитрий Дроздов, «День с толком».